Губернатор Александр Михайлов 21 февраля провел ряд деловых встреч в Москве. Глава региона вместе с первыми лицами государства посетил торжественное собрание в честь 20-летия концерна «Газпром», которое проходило в Кремлевском дворце. В рамках соглашения о сотрудничестве областной администрации и инвестора активно идет процесс газификации Курской области. Также успешно реализуется программа строительства на территории региона детских спортивных площадок.